Турнир 2015 года проводится при активной поддержке районной администрации. Среди почетных гостей на поле вышел Виталий Савилов, курирующий в Одинцовском районе вопросы спорта и молодежной политики. Администрация поселения, инициативная группа, она в самом деле радеет за спорт. Развивает его, развивает любительский спорт. Я очень рад видеть болельщиков, такое количество команд здесь. Но это в самом деле здорово, и это прорыв в районе. Виталий Савилов сыграл в открывавшем турнир символическом матче между командами «Полет» и «Легион» из Старого Городка. Старогородковцы посвятили стартовую игру памяти своего товарища Андрея Роденко. Розыгрыш футбольного кубка сельского поселения Никольское продлится больше месяца. За почетный трофей будут бороться не только местные спортсмены, но и команды из Чистцов, Захарова, Голицына, Кубинки и даже москвичи. На правах полноценных участников выступят молодежные коллективы. Развитию детского и дворового спорта в Никольском уделяют серьезное внимание. Очень много занимается у нас ребятишек спортом, футбол, хоккей, акробатика, ну, в общем, разные виды спорта, и бокс, и борьба. Но большое внимание мы уделяем дворовому спорту. У нас 3 хоккейные коробки, вот такие стандартные, много игровых площадок. Они никогда не пустые, всегда на них занимаются дети, взрослые тоже бегают, играют в футбол. По прогнозам организаторов, соревнования пройдут в непростой борьбе. Большинство спортивных коллективов отлично сыграны и демонстрируют техничный комбинационный футбол хорошего уровня. Скорее всего, интрига в Кубке поселения сохранится до последних игр. Завершить турнир организаторы планируют в июле большим парадом всех команд-участниц. Петр Горохов, Леонид Бурдин, телекомпания «Одинцово».